Люди, когда первый раз слышат, удивляются. Ты можешь там получать там 200 тысяч спокойно. От 300 и выше. Да я не думаю о заработке даже сейчас. Вы ребенок для меня в приоритете. Наше подразделение занимается трейдингом. Времени не остается практически ни на что. Да. На Болонскую систему Россия перешла давно, однако в моем окружении по-прежнему много тех, кто считает, что в магистратуру идут то ли от скуки, то ли от нечего делать. Сегодня мы поговорим со студентами совместной магистерской программы МГИМО и МИСИС. Насколько они успешны, решать вам. Выписала, как называется ваша магистратура. Значит, стратегический менеджмент международных минерально-сырьевых компаний. Вот у меня вопрос, как реагируют девушки, когда узнают, что ты изучаешь? Насчет девушек... Без понятия такого опыта не было в плане, что не приходилось рассказывать никому о своем направлении магистратуры. В целом люди, когда первый раз слышат, удивляются, все время задают вопросы, что это за направление. Очень интересуется, что за программа и как это может помочь компании. И при более подробном таком рассказе вызывал ряд вопросов и... Так, записывай. Все, что говорят, записывай. Они реагируют нестандартно. Прежде всего, я бы объяснил это тем, что сегодня, в общем-то, минерально-сырьевые компании относятся к такому достаточно консервативному сектору промышленности. И сегодняшний день вот среди абитуриентов очень модно IT-компании или какие-то такие вот прогрессивные сектора экономики. Поэтому они, в общем-то, удивляются, что вот есть люди, которые идут учиться вот на такие программы. Когда я выбрала эту магистратуру, все реагируют достаточно нормально, потому что знают, что это связано, практически напрямую связано с моей рабочей деятельностью. Чем ты занимаешься? Вообще, что у тебя за бизнес? У меня компания, которая занимается оптовой продажей нефтепродуктов. Мы покупаем и продаем. Работаю я в группе ПАО «Интеррао». Это очень крупный игрок на рынке электроэнергетики. Я работаю в отделе продаж и маркетинга, бизнес-аналитик. Я работаю в компании «Металла Инвест» в аналитическом отделе. На момент поступления в магистратуру я уже работал там. Моя работа заключается в анализе рынка стальной продукции. То есть это ежедневные, еженедельные, ежеквартальные отчеты, анализы рынков. Я работаю в компании «LX International», ранее известной как «LG International». Наше подразделение занимается трейдингом угля, газа, различных других продуктов. Кстати, вот моя визитка, пожалуйста. Я работаю менеджером отдела угля и металлов. Можешь рассказать вообще, в принципе, что ты проходишь на твоей программе? Какие предметы, что изучаешь? Мне кажется, что, в принципе, предметы на нашей программе можно разделить на две эти части. Это больше предметы, связанные с менеджментом, и предметы более технические, которые связаны именно с организацией работы на предприятиях. Все предметы действительно подобраны так, чтобы всегда было представление уже на работе, уже по этой специальности и с финансами, и непосредственно и маркетинг, и менеджмент, непосредственно управление всеми технологическими, экономическими процессами на предприятии. У тебя есть такая дисциплина, как горное дело. Можешь вообще рассказать, что вы там проходите? Да, такие специфические уже специальные знания, которые нам пытаются дать, и достаточно успешно это получается. Это одна из технических дисциплин, которую мы изучаем в горном институте МИСИСе, чтобы студенты, магистранты будущие, которые в будущем будут работать, в общем-то, в компаниях минерально-сырьевого сектора, чтобы они ориентировались примерно в технологических процессах добычи, ну, в данном случае, железной руды. Есть такое устойчивое мнение, стереотип, что магистратуру идут либо для того, чтобы откосить от армии, либо потому что, ну, просто не знают, чем заниматься в жизни. Вот что бы ты ответил таким людям? Лично я выбрал магистратуру как новое направление своей деятельности. Думал, что я буду экономистом, но решил именно углубиться как-то в горное дело. Так, ну первое точно не про меня, потому что от армии я уже откосил путем прохождения военной кафедры. То есть я уже пошел по зову сердца, можно так сказать. В моем случае вот я решил поступить в магистратуру именно для того, чтобы наполниться какими-то новыми знаниями, навыками, которые я могу использовать на практике в своей работе. Как бы не секрет, что специалисты, знающие язык, как бы более востребованы на рынке труда, поэтому
как бы все карты сложились в сторону МГИМО. Магистратуру нужно идти только в том случае, когда ты действительно понимаешь, зачем эта магистратура тебе нужна. Магистратура ради магистратуры, с моей точки зрения, достаточно глупо. Я шла в магистратуру, уже понимая сферу своей деятельности, и выбирала программу, соответственно, с точки зрения того, как она может мне помочь в моем профессиональном развитии. На какую вообще зарплату может рассчитывать вот человек, который только пришел в вашу сферу, вот, ну и в частности, вот, который работает там, на твоей должности? Как первое место работы после учебы? Да, да, вот первое место работы. Ну, я думаю, что в районе 100, как бы 100 плюс, однозначно, да. На начальном этапе своей профессиональной деятельности важно не думать о зарплате, а о том, какие знания ты можешь получить и вообще получить опыт на начальном этапе. Когда ты уже получишь определенный опыт, ты можешь рассчитывать на более высокую зарплату. Ты совмещаешь работу и учебу. Насколько успешно получается вот балансировать между двумя вот этими важными сферами? Да, я совмещаю работу и учебу. Получается отлично, у меня график хороший. Заканчиваю работу в 5 и учебу в основном вечером. В магистратуре я тоже первый работал. Было очень сложно совмещать. Пары как будто специально ставили с 10:45 до 16:15, только это большой секрет. Здесь очень хорошо, что пары на этой магистерской программе, пары расположены вечером, и как бы вот мне есть с чем сравнить. Это, конечно, намного удобнее. Не успевает тот, кто ничего не делает. А у тебя сейчас еще добавилась одна история, да, семейная жизнь, ребенок. Как вообще планируешь все это вывозить совместно? С этим, конечно, чуть-чуть сложнее, потому что пока я немножечко поставила на паузу все остальные сферы. Понятно. И на данный момент, конечно, ребенок для меня в приоритете, потому что он родился буквально 2 недели назад, и сейчас для него мама – это вообще самое-самое важное. Я во время беременности очень старалась по максимуму закрыть все вопросы, которые могли бы быть сейчас. Вот честно, хватает вообще сил доехать до пар после там 8-часового рабочего дня? Хватает, да, но на это нужна определенная мотивация, я согласен, но у меня, в принципе, с ней проблем нет. Наоборот, когда вот в таком темпе активном, то есть с утра встал на работу, поработал активно, вечером ты не идешь домой, не едешь домой отдыхать, а едешь сюда, и наоборот, такой драйв как бы полезен, наверное, в жизни и заставляет тебя как-то быть более сконцентрированным. Как проводишь вечер, когда уже там в 10-11 возвращаешься домой? 10-11 смотрю на время, понимаю, что чтобы полноценно поспать, нужно очень быстро раздеться. Времени мало. Да, и как бы лечь в кровать. Вот, за этими мыслями я провожу где-то 1-1.5 часа в предвкушении отдыха. И, собственно говоря, тогда отдыхаю, а утром жалею о том, что как бы можно было и поменьше думать над таким простым вопросом. Все-таки работа и учеба, то есть это тебя занимает практически 12 часов времени в день, да, то есть 5 дней в неделю, в принципе, времени не остается практически ни на что. Кем ты видишь себя через 5 лет? То есть, не знаю, это свой бизнес или ты топ-менеджер? Через 5 лет я вижу себя топ-менеджером. Нет, свой бизнес нет. Я бы хотел себя видеть, расти в рамках этой компании. Какой заработок хотелось бы тебе выйти вот в ближайшие 3 года? Нет предела совершенству. По возможности, конечно, чем выше, тем я не откажусь. Главное еще же перспективы. Только зарплату рассматривать не стоит, потому что ты можешь там получать там 200 тысяч спокойно, но при этом там до 30 лет потом просидеть на этих там 200 тысячах. Это я не думаю о заработке даже сейчас, да, то есть у меня есть какая-то зарплата, которая меня устраивает. Сейчас моя задача — это опять же вот получать какие-то знания, навыки и компетенции, которые мне в будущем помогут расти в профессиональном плане. Допустим, план на 3 года, вот на какой заработок хочешь выйти? Ну, хотелось бы, конечно, от 300 и выше. Ну, конечно, хотелось бы зарабатывать, 10 миллионов в год. Меня бы устроило.